Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах. Сегодня в этом видео под названием «Что нужно знать о Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic» я хочу дать 5 ответов на часто задаваемые вопросы именно на моем канале. Делаю я это по той причине, что когда люди смотрят рекламу на телевидении или на YouTube о том, какие крутые часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, это действительно так, но есть нюансы, о которых я хочу поговорить, во-первых, в этом видео и потом в последующей линейке этих видосов, для того, чтобы вы уже точно знали, что вас ждет при покупке данных часов, а также, если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, как эти проблемы решить. И я это буду делать в зависимости от часто задаваемых вопросов моими подписчиками и теми людьми, которые заходят на мой канал. И первый вопрос, и сразу же на него ответ. Возможно ли подключить Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic к смартфону Apple, такой как iPhone, либо к iPad? Сразу говорю, нет и не будет. Это уже 100%. Почему? Потому что Samsung, так же как и Apple, она все-таки дебютирует свою экосистему и работает именно на ней. Поэтому если у вас смартфон Galaxy, линейки S и Note, это вообще круто и у вас будет работать все. Второй вопрос и ответ. С какими смартфонами работают все фишки Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic? Отчасти я уже дал ответ, это в первом вопросе. У вас все будет работать с двумя линейками смартфонов Samsung. Это Galaxy S серии и Galaxy Note серии, начиная с Note 20. С другими смартфонами Galaxy будут работать все, кроме одной фишечки. Это удаленное управление камерой. Ну и если у вас уже совсем такая модель, как G или M, то там тоже кое-что не будет работать, о чем подробно есть у меня видосики на моем канале. Что я имею в виду под всеми фишками? Во-первых, у вас будет работать Samsung Pay 100% без каких-либо танцев с бубном. Естественно, если Samsung Pay доступен в вашем регионе. Далее у вас однозначно будет доступна такая фишечка, как измерение состояния тела. Опять-таки же, естественно, только в том случае, если это доступно в вашем регионе. У вас будет доступна такая фишка, как встроенное управление, удаленное управление камерой вашего смартфона, как я уже сказал, на таких сериях смартфонов, как S и Note. Причем данная фишечка доступна независимо от того, в каком регионе вы находитесь. Еще одна фишка, как ЭКГ и измерение артериального давления, будет тоже вам доступна 100%. Но, опять-таки, с оговорочкой зависимости, если это доступно в вашем регионе. Например, в некоторых регионах недоступно ЭКГ, либо наоборот, измерение артериального давления. А где-то и нет ни того, ни другого. Но все это решается, и причем достаточно просто. Все ссылочки, вернее, все видосики об этом есть у меня на канале. Как легко и просто установить данные функции на свои часы и смартфон. И я сейчас здесь говорю о таком приложении, как Samsung Galaxy Здоровье. Третий вопрос и ответ. С какими смартфонами часы Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic будут работать точно? Практически со всеми, за исключением Huawei и Honor. Конечно же, есть у меня на канале и на сайте FOPDA приложеницы, которые позволяют это сделать, но это очень много заморочек. Как я уже говорил, нужны танцы с бубном, определенные знания и, естественно, на это нет никакой гарантии. Поэтому, если у вас смартфон Huawei или Honor, советую вам воздержаться от покупки данных смарт-часов. Либо все-таки взять и купить себе Galaxy какой-нибудь и уже потом часики Galaxy Watch 4. Ну а если же вы уже купили часики Galaxy Watch 4 и у вас смартфон Huawei или Honor, тогда просто поменяйте свой смартфон и будете радоваться работе с часами Galaxy Watch 4 или Galaxy Watch 4 Classic. Вообще, когда вы будете покупать данные часы в магазине, советую сразу вам прямо в магазине произвести синхронизацию с вашим смартфоном.
Потому что смартфонов, их очень сейчас много, всяких разных, и стопроцентную гарантию на то, что только с Huawei и Honor они не работают, а со всеми остальными работают, я дать не могу. Возможно, есть еще какие-то модели, с которыми данные часы сопряжаться не будут. И естественно, вам нужен Android 9 и выше. Если что у вас ниже на смартфоне, тогда уже точно не покупайте данные часы, либо меняйте свой смартфон. Четвертый вопрос и ответ на него будет полезен всем тем, кто собирается приобретать данные часы БУ с рук, допустим, на Авито, на Юла или еще где-то, или у своих знакомых. Можно ли протестировать данные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic на работоспособность всех систем? Говорю, да. Данная фишечка, кстати, поможет вам определить, являются ли эти часы фирменными, самсунговскими или клоном. Вам нужно будет открыть номеронабиратель и набрать комбинацию клавиш звездочка, решетка, 0, звездочка, решетка. Вы попадаете в сервисное меню, где вы сможете проверить, во-первых, цвета, набитые пиксели, например. Дальше вам будет доступно там тест вибрации, проверка сенсоров, таких как тест акселерометра, тест барометра, тест гироскопа, тест магнитного датчика, где при положительном работе должно быть написано PASS зелененьким цветом. Далее там же будет доступна функция теста датчика пульсометра, датчика тачскрина, тест динамика, тест кнопок, тест комплекса датчиков, где должно быть показано при хорошей работе PASS зелененьким цветом, и тест микрофона. Еще один вопрос, который мне задают практически каждый день. Какая ширина ремешка подходит на Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic? Ширина у них для всех моделей Galaxy Watch 4 одинаковая. 20 мм. И еще один частый вопрос. Есть ли разница между Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic помимо дизайна и размеров? Да, есть. И первая разница — это стекло. У Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic стоит разное стекло на экране. Второе — это датчик холла. Этот датчик стоит только Galaxy Watch 4 Classic. В обычных этого датчика нет. Что за датчик холла и зачем он нужен? Google вам в помощь. Третье отличие — это объем аккумулятора. В Galaxy Watch 4 Classic 46 мм и в Galaxy Watch 4 44 мм аккумулятор 361 мАч. Примерное время работы данных часов где-то около полутора суток и выше, до двух, но это предел. В Galaxy Watch 4 Classic 42 мм и в Galaxy Watch 4 40 мм аккумулятор 247 мАч. Практически на 100 мАч меньше, то понимаете, что это и меньше время автономной работы. Если же у вас версия с LTE, как в моем случае, и у вас постоянно включено LTE, то убавляйте все в два раза. Время автономной работы у вас получится часов 16, не больше. И на этом сегодня все. Ждите следующее видео, где я буду также отвечать на волнующие вопросы моих подписчиков и многих людей в интернете. Вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте нажать на колокольчик, и вы не пропустите ни одного видоса на моем канале, где очень много обзоров о циферблатах, приложениях и интересных фишках. Пока!